На других посмотреть и себя показать приехали на очередную традиционную выставку «Брест-Содружество» представители более 130 предприятий и организаций со всех уголков Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Такая масштабность форума легко объяснима. Уже не один год именно в его рамках происходит обмен опытом, налаживаются новые деловые и дружеские контакты и заключаются выгодные сделки. Все это способствует развитию любой компании, что в свою очередь и обуславливает популярность форума. Выставки, какие бы они ни были, большие, маленькие, они всегда приносят какой-то для предприятия результат. Даже если на данном форуме, на какой-то выставке не подписан какой-то контракт, но выставку посещают не только представители оптовой торговли, промышленных предприятий, там послы или кто-то, представители каких-то республик, но в основном выставку посещают потребитель, то есть покупатель именно нашей продукции. И именно на выставке он может полностью ознакомиться с ассортиментом, что-то уточнить у работников, которые работают на стенде, взять рекламный материал. Традиционно участие в мероприятии принимают как предприятия-старожилы экспозиции, так и новички. К числу первых можно смело отнести открытое акционерное общество «Брест-Сельмаш». Уже на протяжении многих лет компания традиционно выступает в качестве экспонента, демонстрируя и свои новинки, уже проверенные годами разработки. Производим мы тепловую технику и сельскохозяйственную технику, зерносушение, разбрасывание удобрений. Сегодня мы хотим представить новинки продукции. В первую очередь это у нас универсальное средство повышенной проходимости БУХ-1200, которое пользуется спросом в сельском хозяйстве. Это для разбрасывания удобрений, для покоса трав, для обрызгивания растений. То есть когда у нас распутье, когда обычное транспортное средство, трактор, не может выехать на поля, то есть час распутится. Экспозиция расположена на 3000 квадратных метров легкоатлетического манежа, только на первый взгляд может показаться интересной и полезной исключительно для деловых кругов. Большое разнообразие представленной продукции дает все основания полагать, что каждый посетитель найдет что-то полезное и нужное для себя. Просто великолепно, конечно, если пройдешь по данному павильону, просто очень великолепно, конечно, много очень продукции. Организаторы вообще молодцы, просто на высшем уровне все организовали, все изумительно, все замечательно. Новое узнаешь, то, чего даже и не думал, что оно есть, либо есть у нас в городе, что-то новое узнаешь. Ну и не только людям вот рядовым, там же на высших уровнях какие-то заключаются договора, вот как я читала, и все. Каждый год стараюсь, я даже вот вторую смену взяла, заранее представление графика месяц назад, я знала, когда форум, и я взяла, чтобы попасть первый день. Интерес к форуму уже традиционно проявляют не только белорусские потребители. Иностранные гости, делегации посольств и представительств уже давно по достоинству оценили возможности выставки. Инвестиционные проекты и взаимовыгодные контракты быстрее и легче заключаются именно после наглядной демонстрации способностей и возможностей производства. Значение ярмарки невозможно переоценить, потому что как раз она дала толчок в направлении той же модернизации, которую наш глава государства все время говорил, что надо заниматься модернизацией, надо заниматься усовершенствованием технологии производства той или другой продукции. Самое главное, чтобы она была качественна и конкурентоспособная по цене. Поэтому именно ярмарка в этом плане дала очень огромный толчок. Ярмарка «Брест-Содружество» будет работать до 27 апреля включительно. Но говорить о том, что и в этом году она оправдала ожидания, можно уже сейчас. Сотни брестчан и гостей нашего города уже успели оценить разнообразие и качество продукции предприятий экспонентов. И это один из самых весомых аргументов в пользу значимости и важности проведения подобных форумов как для города над Бугом, так и для области в целом.